Он смотрел все ваши картины? И с вашим участием, и режиссерские картины? Не думаю. У вас не было такого, вот я сейчас сниму, потом покажу отцу, интересно, что он скажет? Нет. У нас вообще в этом смысле достаточно самостоятельные были отношения. И довольно жесткие, скажем, когда он там читал свои какие-то пьесы, мы там рожи кривились, слушались. Но, тем не менее, у нас никогда не было неуважительных отношений. Отец не принимал никакого участия в выборе моей профессии. Принципиально. Да. И даже, равно как и абсолютно никогда, он даже и не знал, когда меня забирали в армию, куда я попал, несмотря на все сплетни, что там у меня пытался отмазать, звонил Гречко, вообще бред собачий, потому что первое письмо, которое было разрешено написать после принятия присяги, когда я принял, он только тогда понял, где я нахожусь, он вообще не знал. Поэтому... Нетипичные отношения. Нетипичные. И в этом смысле он всегда был, как сказать, он был, он держал ту дистанцию, которая позволяла нам быть самостоятельными, и вмешивался только тогда, когда не мог не вмешаться.